Всем привет! Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн». Москвичи теперь могут сообщить о сосульках на крышах и карнизах нежилых зданий. Как сообщается на портале мэра Москвы, сообщение можно оставить на портале «Наш город» в категории «Городская инфраструктура». Там пользователю необходимо указать правильный адрес и приложить фотографии с места нарушения для подтверждения местоположения. Отмечается, что ранее можно было сообщить только о сосульках на фасадах многоквартирных домов. На этом пока все. Еще больше новостей из жизни столицы и не только читайте на сайте mymsk.online. До скорого!